Друзья, добрый день. Меня зовут Лосинок Евгений. Я директор сети Viking Touristic. Сейчас мы находимся с вами в Греции, в регионе Тассос. Осматриваем отель Tassos Grand Resort. Это последний на сегодняшний день отель, крайний. И мы заканчиваем осмотр отелей на данном регионе. Сейчас я вам его покажу. Вот здесь карта, видно территория план отеля. Можете посмотреть, сейчас более подробно пройдемся. Друзья, если вы хотите поехать в этот отель или в другие отели в данном регионе или по миру, пожалуйста, обращайтесь в нашу компанию, мы будем рады вам помочь. Наши менеджеры вам помогут. Вы можете найти контакты на наш сайт viking.by в разделе «Контакты» или посмотреть в примечании. Это ресепшн отеля. Отель большой. Собственный пляж, он уединен, настоящий. Рядом здесь ничего нету. Ресепшн отеля. Все чисто, аккуратно, что и следовало ожидать. Игровая зона. Пинг-понг можно взять, поиграть. Небольшой детский клуб, небольшая детская зона. Есть свой спа большой, бассейн. Скорее всего, платно, тренажерный зал бесплатно. Насчет бассейна ничего не сказали. Полотенца бесплатно меняют. Бар, есть бильярд. Уютный отель, мне нравится. Я бы тоже сюда поехал. Я такие отели люблю. Он уединенный для тихого, спокойного семейного отдыха. Конечно, молодежи здесь будет скучно, им здесь делать нечего. Но вот такого для релакс, отдыха, само то. Отель с душой. Видно, что за ним следят. Стоимость данного отеля с вылетом из Минска на 11 ночей на завтраках 2000, на двухразовом питании 2400. Сейф, интернет бесплатно, есть игровая комната, спа, ну, в принципе, здесь, наверное, есть все. 187 номеров, собственный пляж до поселка ближайшего 15-20 минут езды. Есть дресс-код посещения ресторана, видите, что можно, что нельзя. То есть это уже о чем-то говорит. Это главный ресторан. Судя по всему, ребята только открываются, еще никого нету. Пусто. Ну, уже вот все чистенько, аккуратненько. О, раздвижная дверь. Можно кушать прямо с видом на море. Так, тип номера не знаем какой, может быть... Стандарт по view, но бассейн... главное примечание, что это фонтан, а не бассейн. Стандарт pool view. Тип номер. Есть тапочки, холодильник, чайный уголок, большой плазменный телевизор. Ага. Судя по всему, сейф тоже есть, и он бесплатный. Ага, вот тапочки, халатик. Вот он вам, пожалуйста, сейф. Кондиционер здесь центральный, чайный уголок. Можете регулировать, как считаете нужным. Себе ванна. О, здесь отдельно душ, отдельно ванна. Душ есть тропический, ну и санузел совмещенный. Все чисто, аккуратно, фен за свои деньги. Это хороший отель. Пол здесь плитка, судя по всему, или паркет. Ну, скорее всего, это плитка такая. Телефончик. Ну, если вам не повезет, у вас номера будут вот там вот выше, и придется подниматься. Более дорогие номера находятся на втором этаже почему-то. Это такой более эконом-вариант, мы с вами смотрели. Ведь у них есть корпуса, они называются вот Helios, видимо, самые солнечные, самые яркие. Точно так же есть первый этаж, собственный бассейн на территории один, я вижу, и вот пляж рядышком. Судя по всему, этим оливкам довольно-таки много лет, потому что очень массивные деревья. Детский бассейн, есть одна маленькая водная когорочка. Дальше находится рядом взрослый бассейн. Волейбольная площадка. Вот здесь, смотрите, еще один бассейн есть. Тут двухуровневый бассейн. Вот первый бассейн небольшой, который перетекает
уже вот сюда в большой бассейн. И тут такой бассейн с видом, сразу видите, можно смотреть на море. Друзья, вот это главный ресторан, судя по всему. И если вам не повезет, вас заселят вон туда, на самые дальние номера. Но с одной стороны не повезло, потому что ходить далеко, с другой повезло, потому что отличный вид открывается. Смотрите, какой вид. Вот один, и вторая водная гладь начинает. Ага, ну вот. Просто параллель. Это представитель отеля. На самом деле песок просто показался. Лады. Пляж песчаный, есть собственный понтон небольшой, видите, вот там вот. Ну, сейчас, так уж и быть, пройдусь, посмотрю. Шезлонгов здесь много. Шезлонги, скорее всего, бесплатно, потому что здесь все бесплатно. Ну, видите, здесь песок и камушки есть. Песок мелкий, и камушки такие крупные встречаются. Ну, в принципе, мне ногам комфортно. Ага, вот здесь уже, видите, галька. Она мелкая, на входе покрупнее. И там песок с галечкой. Ребята, судя по всему, на рыбалку выплыли. Машут нам. И вот он, понтон. Здесь еще есть археологическая зона. Они, судя по всему, собирались расширяться, как нам говорили, и наткнулись на вот остатки чего-то там. Видите, тут дорога какая-то, там вот фундаменты. И это все законсервировали. Здесь проводятся раскопки. Мне подсказали, что понтон здесь не просто так, а для водных видов спорта. Там водные лыжи, каяки и так далее. Сюда приезжают, и это можно все здесь заказать и воспользоваться. Ну, давайте на прощание еще раз сниму вам отель. Вот видите, какой он многоуровневый, красавец. Здесь вот ресторан, бассейны две, три даже штуки. Там, видите, еще какой-то театр, зона есть, мы туда не ходили. Пляж, понтон, продолжение пляжа, археологическая зона и корпуса. И вот он, ресепшн. Друзья, если вам был полезен данный видеоматериал, пишите мне комментарии, ставьте лайки. С вами был Лысенок Евгений.